Доброе утро, наступила пятница, и с вами вновь Югра Онлайн. Давайте посмотрим, что интересного происходило в нашем югорском интернете. По традиции мы начинаем с новостей. Одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях стали витамины. Что неудивительно, ведь за окном осень, и дождь из ягод и фруктов совсем скоро закончится, поэтому надо наесться вдоволь. Если вы устали от яблок и персиков, то отличной альтернативой им будет морковь, репа и тыква. Они богаты витаминами А, группы В, ПП, аскорбиновой кислотой и вообще всеми возможными полезными микроэлементами. Также не забудьте про гранат и цветную капусту. Цветную капусту можно есть в сыром виде. Они богаты множеством аминокислот. Из ягод отлично поддержит ваш иммунитет облепиха и всеми любимая клюква. Вот такая вам информация для поддержки вашего здоровья. Теперь посмотрим видео. Вот что я нашел на этой неделе. Советский, посреди города стоит конь. Будем надеяться, что это не просто статуя, которая стоит посреди дороги. После таких видео очень хочется любить осень. Отличный способ избавиться поскорее от листвы, но тогда можно было и весной в целом все оборвать. Как хорошо, что все закончилось без последствий. Будьте аккуратны на дорогах. Видео в сети заканчивается, поэтому снимайте больше, снимайте чаще, желательно горизонтально, отправляйте нам, делитесь с друзьями, все посмотрим, все покажу. Не болейте и гору вам лайков.